месяц. Чем ты сегодня нас будешь опять радовать? Салатик. Салатик будет? Да. Такой зимний, что ли, салат. Зимний не салат. Под шубы, нет, не под шубы не будет. Под шубы сделаю на Новый год. Хорошо, но я вижу, что это не пахнет даже под шубой, там вообще капуста. Не пахнет. Будем сегодня полезной едой баловаться. Сегодня надо немножко диету соблюдать. А что это так? Тебя что, наказали, что ли? Меня нет. А чего ты так добровольно себя на сегодня на диету посадил? Сам себя наказываю. Надо немножко. Да? Да. Ты хочешь сказать, что ты будешь пустой салат сегодня кушать без картошки? Нет, конечно. И что? Как это? Расскажи про свою диету. Буду совмещать диету с полезным питанием. Какой ты молодец вообще. Эти врачи я вообще не знаю. Вот а зачем тебя врачи? Мы сами себе врачи. Тебя точно надо врачом. Врача пойдешь, только деньги стирает и все. Не говори. И толку нету. Да, это точно, Диан. Очень... Мы сами себе врачи. Это точно, Сядь. Хочется мне посмотреть на твое полезное питание. О, очень вкусно будет. Пальчики оближите. Я верю, верю. Так, ладно, не будем много говорить. Давай, рассказывай. Сперва я сделаю дрессинг. Давай. Вот что не сделаешь для хорошей диеты. Мы еще добавим сюда водочки. Водочка у нас называется кремлевская. О, это в дрессинг ты будешь добавлять? Да. Понятно. Будем полезны, приятны. Совмещать. Климка, я не могу, ты меня смешишь опять. Это не для меня, это для дрессинга. А, да, понятно. То я уже думала, ты уже вообще нагло в Ютубе будешь пить. Нет, ты чё. Теперь приступаем к нашему десерту. К моему десерту. Десерту? Какой десерт, Диан? Дрессинг, хотел сказать. Масло подсолнечное. Наливаем в емкость. Даже отправляем одно яйцо. Чайная ложка перца, соль и сахар. Все по чайной ложке. Да. Все добавляем. Горчицы у меня где-то 1,5 ложки столовых. Угу. Тоже отправляем все сюда. Водочка кремлевская, наливаем. Сатик забыл лимон добавить. Да, лимон. Сейчас добавляет лимончик. Все, Диан. Готов. Я должен сейчас попробовать на вкус. Попробуйте на вкус. Какой он будет у меня. Бесподобный или нет? Хорошенький, да. Бесподобный. Так бы съел бы весь. Да надо салат. Не говори. Все, это мы тоже закончили. Дрессинг готовый. Молодец. Оставляем в сторону. Приступаем к салату. Понятно. К нашему салату. К нашему. Это он уже специально так делает, да, Диан? Ты же специально делаешь. Автоматически идет. Что делает? Что салатом будешь? Просто рубить будешь? Да, нарубим сейчас. Нарубим. О, ножом своим красавчиком. Сюда. И будем тонко-тонко нарезать. Хочу вам показать, какой бесподобный получился домашний дрессинг. Как я уже сказала, если вы не хотите или не любите сырые яйца, добавляйте обыкновенную сметану или творожок, или просто сливки. Тоже прекрасно будет работать. Вот. Также можно и вареный желток сюда добавить.
короче, сейчас все будешь нарезать, да, Дим? Да, я сейчас все нарежу. Угу. Лук. Возьмем только зеленые. Только зеленый. Только зеленый. Понятно. Яблочки уже нарезал ты, да? Яблочки уже там. Это мы оставим немножко лука, когда мы все перемешаем, мы его сверху посыпем еще раз. Понятно, молодец. Кто сомневался в этом доброте? Горошек. Кукуруза. Кукурузка моя. Шутки. Что теперь отправляешь? Яичко. Яйца. Яйца. Прям так. Так. Еще раз так. Какой прагматичный муж. А что, ножом резать? Как ножом резать? Потом... Это же просто практично. Да, правильно. А теперь начинаем. Самый главный замес. Будем перемешивать все. Точно. Первое так посерединке. Туда потом надо будет немножко огуречный рассол добавить. Да. Вот в эту, да? И перемешать, да. И зальем. Да. А то он немножко густой. Да. Нальем немножко огуречного рассола. Да, хватит. Все, я уже огуречный рассол перемешал. Угу. А теперь будем добавлять. Везде все прошло. Начинается замес. Начинаем хорошенько. Вот теперь надо хорошенько размешать. Классный такой. Тёна, оно уже хорошо прошло. Все равно больше мешать вкуснее будет. Да. Салат мой готов. Ой, выглядит шикарно. Сейчас буду пробовать. Давай. Перед вами. На что только ты не идешь, да? Ради джаночек. Не говори. Попробуй сейчас как. Что, вкусно что ли так? Шикарный джан. Он выглядит шикарно. Бесподобный. Все, до свидания. Я пошел. Не, так быстро не уходите. Балдею. Я тебе верю, у меня уже полный рот слюни. А хочешь попробовать? Очень. Яблоками, знаешь, вообще. Представляешь. Давай я тебе. Вот, Джаночки, посмотрите. Шикарно. Я надеюсь, вам тоже понравится этот салат. Бесподобный. Очень вкусный. Бесподобный. Сейчас как раз моя картошечка подойдет, и мы сядем обедать. Да. На ночь глядя. Вечер. Нет, на дворе. На ночь глядя. Сколько времени? Три, полтора. Ну, у нас так поздно. Ну, как полдник у нас идет. Да. Ну, у нас обед. Еще нормально. Очень все, Джаночки, на этом хочу попрощаться с вами. Пожелать вам всего хорошего, здоровья, счастья, да. Любви и что вы себе желаете. Да. Все. До свидания. На этом все. Всем пока. До следующих встреч. Пока, я надеюсь, пока. Вам понравилось. Конечно. Мое видео. Очень.
руки грязные. Все грязное стало. От ваших. Красивый снег идет, да, Джан? Очень. Лимка. Что скажешь? Ничего. Дед Мороз. А? Дед Мороз без бороды. Это я. Я не Дед Мороз. А кто, Снегурочка, что ли? Ну там, она Дед Мороз. Не могу, какой классный ты. Какой ты классный, Джан. Снежок идет прямо вовсю.